Еще решила записать. Почему, когда я начинаю записывать, у меня что-то чешется? Подумала, что-то я давно реально не записывала видео с собой. Думаю, что, наверное, не очень себя чувствую, как бы желания не было. Наверное, скорее всего, думаю, вот сейчас вот появилось такое желание. Скорее всего, растущая луна. Дай-ка я посмотрю. И что вы думаете? Четвертые лунные сутки. Я всегда ее чувствую. Но почему? Как это вообще? Да, вот и у меня как раз. И я вспомнила, недавно ездила, когда путешествовала в Питер, там, Пермь, Махачкала. Тоже я специально выбирала, чтобы начало этого лунного месяца было. Потому что реально я замечала и последние годы за собой стала замечать, специально обращать внимание, что да, реально на растущую луну у меня самочувствие, вот это вот настроение лучше. Такие какие-то прикольные какое-то состояние, такой легкости, такой, не знаю, как описать даже. Это надо почувствовать, наверное. Вот. И сегодня тоже вспомнила вот прямо сейчас, что вот сейчас такое у меня состояние, как я ездила вот в эту поездку. Вот, да. Они реально похожи вот под начало лунного цикла и вот такое вот. Да. Люблю вообще его. Но я вообще и родилась, я недавно смотрела, родилась тоже в начале лунного цикла. Возможно, у меня с этим связано. Возможно, те, кто родились в другие дни, как-то по-другому ощущают. Ну, просто реально интересно даже, как у кого. Может быть, кто-то знает. Ну, там и посмотреть, ведь можно там высчитывать все это. В каком году какой был день лунный. Так что интересненько, вот это тоже тема для меня момент.